Снова всем welcome, это снова я. На этот раз речь у нас пойдет про вот такой вот магазин. Называется Up Garage Riders. Здесь продаются БУ запчасти для мотоциклов, мопедов. Пойдем посмотрим, что там внутри. Тут сразу глушаки. У них. Я просто покажу цены, сами смотрите. В рублях будет цена в йенах, деленная на 2. Просто делите на 2 и будет в йенах. Вот видите, Акрапович. За 10 тысяч рублей. Как он? Это вот такой вот. Вполне годный, чем. На себе 250. Вот такие банки. Или вот такие. Вот это классная штука. Ну, какие красавцы здесь стоят. Трайки. Вообще один трайк. Там ниндзя. Мощная махина, бля. Здоровый, блин. БРП. Видите, какие есть глушаки. Вот так сарфу. Полный выпуск. 14 тысяч йен, но 7 тысяч рублей. У меня такой же фирмы стоит. Не очень. Как не очень? Слишком высокий, такой более гоночный звук мне не очень нравится. Здесь вот банки такие вот висят. Сами смотрите, цены просто на 2 делите, будет в рублях. Ишиморовские. R77. Это Yamaha R25, который 25 тысяч рублей, блин, заглушитель. Вот такие вот. И вот уже на чопперы, или как American Style. Они тут называются глушители. Может, это на Бульвард есть? По-моему, вот этот, не? Похоже очень. Ну, в общем, вот, сами видите. Другие запчасти там, это вот стоковые глушители. Также есть. Сиденья какие-то есть, это вот. Можно заказать. Наверное, даже если у вас нет, может, перешить могут, а фиг знает. Цены видите сами. В общем, не знаю, мой есть тут. На черного тут глушитель посмотреть хотел. Что-то я не наблюдаю пока никакого. Видимо, нету. Потом глянем. В инете можно, у них есть сайт. Тут приборки всякие, там аксессуары, там хромированные вот дуги. Кстати, могу сказать, что вот новые такие, если покупать дуги, они стоят 20 тысяч йен, то есть 10 тысяч рублей. Вот, ну, как там внизу. Я себе новые заказывал, когда байк покупал. А здесь, пожалуйста, вот. И, кстати, не очень так даже. Это они почти как новые, даже не царапанные. Это очень дешево, блин. 2600, 1300 рублей, блин, за дуги. Ну, не знаю, зачем на новые тратиться. Но я просто, когда покупал, я не знал, что есть такие вот магазины здесь. Приборки, вот, пожалуйста. Что угодно.
можно купить. Блин, и недорого. Ручки. Это вообще новые. Еще в упаковках еще. Фирменных, знаете. Может, просто люди, кто раньше покупал, они использовали их туда, сюда привезли, просто сдали обратно. Пластик вот на КТМ. Тут у нас еще сейчас. На скутеры, вот, пожалуйста, пластики разные. Крылья туда-сюда. Крашеные, не крашеные. Снятые. Опять глушаки. Ну, здесь глушаков много достаточно. Всякие разные. Баки. Есть царапанные, есть не царапанные. Сейчас тут можно что угодно, бля. А вот колеса. Ну, практически новые, да. Пирелли, Скорпион. Может, новые даже. Хрен их знает. Здесь вот тут был 300 йен покрышка, охренеть, за эту 1000. Вот новые такие стоят под двадцатку, 20 тысяч йен, то есть 10 тысяч рублей. Ну это экипировка, ящики. Вот, кстати, ящики, а ящики новые. Тут вот, вот этот знак, это типа новый, а вот этот знак типа был, вот, вот здесь видно, вот был. А цена дороже была. Ну, может, просто модель такая. Музычка тут такая. Играет неплохая тоже. Веселая. Сумки вот, кстати, да. Вот, может быть, если на синий куплю эти бардачок, как она называется-то, дуги безопасности там для сумок, то, возможно, я себе здесь сумки возьму. Тут защита. Понятно. Рама. Вот здесь прям двигатели целиком продают. Рамы. Видите, да? Рамы в сборе. И двигатели. Вот это на Kawasaki Z250. Копейки стоят вообще, я не знаю, но они хоть на ходу. Окей. На скутеры, он вообще 2,5, 2,900, 3,900. То есть... Да, на таких разборках здесь покупать вообще можно все. Недорого. А вот здесь уже рамы для таких мотоциклов, для V-Max'а. Цена 2900, ой, 2400 почти. То есть новый Макс рама 2400. Это вообще капец. 100 тысяч рублей. Да, реально здесь цены, ценник хороший такой прям. Все, как говорится, для людей. А также здесь вот есть, ну, вот такие вот легендарные мотоциклы. Ну, правда, их уже хрен найдешь сейчас в природе. И запчастей на них тоже не найдешь. Это вот Honda NSR50. Стоит 25 тысяч рублей. Вполне нормальном еще состоянии. Не гнилая, ничего. Так вот. Цепь защитная. Новая стоит 100 тысяч йен. А здесь за 40 отдают. Вот она реально вот такой толщины. По 2 сантиметра диаметр этих стержней внутри. Ну вот, да, вот такой полтора, там 2 сантиметра, хрен его знает. Ну, тут одежка тут всякие. О, не знаю, видно, у меня тут неплохая крутейка. Speed Style, да, 15 тысяч. Не 15, 23, там 25, значит, 12 тысяч рублей. Почти новая. Шлемаки тут загоняют тоже. Шлемаки разные. Есть и новые, есть и старые. Но стоят копейки, как бы. По тем меркам.
Вот прикольно. Как вам двигатель на ВТР Honda 250 за 2000 рублей? Также вот здесь есть у них манки, Honda всякие разные мелкие. Стоит недорого. Ну и вот такие вот скутера здесь стоят на улице по 20 тысяч рублей. Этот за 15, Dio 2. Этот за Dio 2 ST, который за 20. Тут вот такие Honda Cup есть. Очень бюджетные, я вам так скажу. У нас рядом с домом, где там БУ мопеды продают, цены реально выше раза в 2. Может, в 1.5. Особенно вот на эти на Айдресс, там за минимум за 80, за 100 продаются эти Айдрессы Сузуки. Кстати, хороший скутер, прет неплохо. Пластик, правда, немного там, ну, покоцанный, но это ерунда. В принципе, выглядит еще ничего так. Спайщик. Вот такой вот магазинчик. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну а с вами был Дэн. До новых встреч. Пока.